28 лет назад наконец-то осуществился вывод ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. Мы помним все 9 лет, 1 месяц и 18 дней этой войны. С покоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим, под прицельные залпы наветов и лучи. Мы уходим, 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 уходим. Надеяться себя больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела не доделаны полностью, но мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, кем были мы в краю далеком. Пускай не судит одна Бога нас кабинетный громозей. Прощайте, горы, вам видней, в чем наша боль и наша слава. Чем ты, земля Афганистана, искупишь слезы матерей. Это была тяжелая компания, и мы понесли, безусловно, большие потери. 550 тысяч солдат и офицеров прошли через эту войну. 15 тысяч не вернулось с этой войны. 53 тысячи получили контузии, увечья и ранения. Были среди этих воинов и балаковцы. Мы помним каждого, кто прошел через эту войну. Россию пойдем, да погоним врага. Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристал нам сидеть богатым. Дайте коня мне, да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно. Черные силы пришли войной. А мы не знали, не ожидали. Жили, любили, детей рожали. И сорок тысяч сороков Русь не видала таких врагов. А мы не знали, не ожидали. Жили, любили, детей рожали. Время делает своих героев. Но, наверное, те мальчишки 80-х годов и не помышляли, что им суждено стать героями. Но они остались верными присяге. Они остались верными своему воинскому долгу. И они сделали все, что от них зависело.